вышел и вижу. Сейчас они исполнят несколько произведений, начнут свое выступление. Они с очень известной музыки. Это переводится Amazing Grace как «Дивная благодать», молитва. И что самое интересное, это сувенир для нашей публики. Мы сделали несколько русских мелодий, которые будут играть волынки. Причем сделали таким образом, чтобы переход от этой дивной благодати был очень незаметным.